Доброго времени суток. Третий раз начинаю делать расклад на ваш город. Все что-то мешает. Видимо, события начинают очень серьезно закручиваться возле вашего города. Поэтому мешают просмотреть. Итак, Курахова. Ну, пока жители в основном наблюдают за происходящими событиями. Кому-то предлагают уехать, он выбирает этот шанс без проблем. Ну, а кто-то остается, отказывается и ждет другого результата. Как сейчас у вас развиваются события в Курахово? Ну, пока город, говорю пока, но я думаю, что он так и останется цел, хотя люди, очень многие думают, что они все-таки находятся как в ловушке, не знают, что дальше делать. Ну, кто-то выезжал, кто-то возвращался обратно, понимая, что там они не нужны, я имею в виду Украину, да, дальше. Вот, кто-то здесь находится и до конца не ясно, что делать. Ну, вполне возможно, что у вас есть ведьмочка, которая прикрывает ваш город. Я надеюсь, это с положительным результатом, хотя не с первого раза расклад получается. Ну, значит. Вот, а так. Все люди работают, стараются друг друга как-то поддержать. Работают, конечно, над тем, чтобы простроить вероятность, как можно сохранить собственные жизни в предстоящих событиях. Давайте посмотрим, как будут развиваться у вас в городе события. Ну, возьмем до 10 сентября, чтобы у нас было с запасом время. Мне не надо было каждую неделю делать расклады для вашего города. В общем-то, город будет готов к боевым действиям. Определенные силы будут идти к своей цели, причем ну, плотно и жестко. Что будет очень многих жителей города радовать, потому что будут понимать, кто идет. Но в городе будет недостаточно ресурсов. Ну, скорее всего, это будут сложности с обеспечением, с водой, там, интернетом, может быть, с продуктами. Вот такие вот моменты. Но до 10 числа, в общем-то, события, скорее всего, уже и закончатся до 10 сентября. Потому что они будут развиваться успешно и быстро. Во всяком случае, успешно для города. Так, давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСУ до 10 сентября. Мне так интересно, когда попадают на мой канал дамы, которые настроены лояльно к ВСУ и попадают в просак, это становится весело. Так, ВСУ до 10 сентября в городе Курахово. Все может завершиться гораздо раньше. И почему-то у меня по ощущениям, что так и будет. Но просто вот ориентируемся на эту дату. Ну, сопротивление они, конечно, будут оказывать и будут стараться оказать именно серьезное сопротивление. Но все равно большинство будет думать о том, как все решить мирным путем. Потому что не устраивает тот вариант, когда видишь большое количество смертей своих сослуживцев. Не хочется оказаться раньше времени среди них. Но пропаганда при этом будет вестись очень серьезная. Будут рассчитывать на какую-то поддержку. Искать, где можно
устроиться так, чтобы было наиболее безопасно, но при этом очень серьезно станет вопрос жизни или смерти. Выбор придется делать. И в основном многие примут все-таки решение, что это нужно спокойное сохранение своей жизни. В результате для них откроется новая дорога. Это сложить оружие. И сохранить собственную жизнь. И потом, вернувшись домой, потом, начать уже мирную жизнь. Дело в том, что много из тех, кто сдался, сложил оружие из ВСУ, они сейчас не хотят идти на обмен. Они хотят понимать, что если их поменяют, они окажутся опять на фронте, и опять будет все сначала. Для них будет максимально благоприятно складываться ситуация. Ну, жизни будут сохранены. И чем же все-таки в результате закончится? А так будет нанесен удар серьезный по подразделению, которое у вас будет находиться в районе Кураховым. Они, конечно, будут идти к своим целям, но эта цель в первую очередь станет поиск наиболее безопасного места. Над этим будут работать и постараются уйти из города. Но уйдут единицы. Потому что вроде бы и вот он выход, и вот он, как говорится, свет в конце туннеля. Но дойдут туда единицы. Кто-то сдастся, кто-то уйдет, кто-то сдастся. То есть уйдут единицы. А кто-то сложит голову. Так, как будут складываться дела в районе Курахова для союзной армии? До 10-го... Ух ты! Ну, пусть будет так, сентября. Максимально благополучно, то есть это самое удачное время, чтобы сохранить и город, и жителей. Ух ты, прямо вообще шикарные карты вышли. То есть все будет вот, ну, наивысшем благоприятном варианте. Это и колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне. Это и солнце. Это тоже очень благоприятная карта. Это и карта мир. То есть мировое древо, древо жизни. Общими совместными усилиями несколько подразделений город уйдет под контроль ДНР. И много, скорее всего, будет использовано воздушных этих беспилотников, которые будут помогать наносить удары. А так город будет защищать высшие силы и военные. В основном будут боевые действия идти так, что выслеживается цель и по ней наносится удар. Хотя все равно, конечно, будут и погибшие, и раненые. Придется где-то отвечать на земле на вызовы и ответные удары наносить по воздушным целям, либо снайперам, то есть которые где-то будут сидеть высоко. Так, ну и еще посмотрим, какие будут опасности для Курахова вот до 10 сентября. Время пролетело вообще. Лето уже заканчивается. Так. Опасность будет в том, что будет недостаточно в городе ресурсов. Но опять же, это вот может быть вода, интернет, там снабжение продуктами, продовольствием, медикаментами. То есть в этом может быть трудности. Но сам город будет все-таки максимально сохранен. Где-то придется что-то исправлять, балансировать в каких-то сложных таких ситуациях, находить, ну, договариваться, находить какой-то консенсус, как говорится, да. А так, вот именно победная карта. Такая.
Могут быть еще опасности в том, что вроде как тишина, и вдруг опять откуда-то стреляют. То есть такие моменты. И опасность обмана, краж. То есть может быть и мародерство. Поэтому будьте очень внимательны и не поддавайтесь ни на какие провокации. Вот такой расклад получился для Курахова до 10 сентября. И, честно говоря, меня очень порадовал этот расклад. Неожиданно такой, особенно для союзной армии вообще, и для города, соответственно. Ну и тут тоже вот серьезных каких-то боевых действий карты не показывают. Но события будут развиваться очень быстро. Так что желаю вам всем мирного неба над головой. Пускай этого для вашего города как можно быстрее закончится. И максимально благополучно. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.